Для этих людей безопасность и благополучие Родины – дело всей жизни. Отряд пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево отмечает 90 лет со дня основания. Во Дворце культуры Родина собрались ветераны и личный состав пограничной службы. Вы находитесь здесь, непосредственно на самом острие атаки, тех угроз, которые поступают к нам в большей степени из-за рубежа. И ваша роль и место в общем в системе обеспечения безопасности нашего государства, она очень высока. К поздравлениям присоединился заместитель главы администрации Александр Цуканов. В январе 1932 года контрольно-пропускной пункт на Ходынском поле состоял всего из трех пограничников, которые в этот же период времени встретили свой первый рейс, иностранный рейс из Берлина. А сегодня ваш отряд насчитывает 5 контрольно-пропускных пунктов. С 2012 года аэропорт Шереметьево ежегодно признают лучшим в Европе. Его пассажиропоток превышает 40 миллионов человек. Высокое качество сервиса и отлаженная работа во многом зависит от действий отряда пограничного контроля. Благодаря опыту и профессионализму сотрудников удается оперативно справляться с любыми возникшими форс-мажорами.